Привет, сегодня мы играем в Minecraft, скайблок из лаки-блоков, из спиральных лаки-блоков. Мы сегодня играем в Minecraft, скайблок из спиральных лаки-блоков. И мы сегодня должны пройти Minecraft, и сегодня у нас одна жизнь. Ну, вы понимаете, там разлита лава. Сегодня у нас одна жизнь, кстати, хочу сказать. И сегодня мы должны пройти, конечно же, Minecraft. Вот там у нас проходилка Minecraft. И у нас сегодня одна жизнь, если мы умрем, все, ролик заканчивается. А на это всем привет. Всем, кстати, карту можно скачать по ссылочке в описании под моим роликом. Не, карту можно скачать по ссылочке в описании под моим роликом. А дальше давай-ка мы возьмем это, что у нас есть. Плоский мир можно скачать, а не этот карту. Напишите в комментариях, как переносить свои миры, чтобы их можно было скачать вам. Напишите в комментариях, кто знает. Я вот не знаю. Так, здесь у нас уже ничего не требуется. Что здесь у нас что-то? Здесь еще яйца. Ладно, хватит здесь у нас брать. У нас слишком много ресурсов. Кстати, у нас еще здесь вода, потому что у нас одна жизнь, как-никак. О, какой-то лаки-блок выпал. Это у нас новый какой-то лаки-блок. Я не могу скачать, потому что не могу найти файл там, миры. И все. О, домик какой-то выпал. А что у нас за домик? Я такой домик еще не наблюдал. Но я в него не смогу войти, потому что я... Очень боюсь, но у меня есть кирка на шелковое касание. Это очень хорошо. И у меня это лагерь какой-то. Ну, кстати, неплохой домик. Давай-ка мы здесь. А зачем я это сделаю? Это же читерно, хочу сказать. Ну, в общем, у нас одной жизни нету, но все равно не должны бояться ничего. Так, это у нас сундуки не с каким-то мусором. Вот, какой-то данжик. Ну, это вообще мусор нам для выживания такое не пойдет, я хочу сказать. Так это у нас опять для выживания не пойдет. У нас это вещи будут покруче, кстати, и получше. Опять какая-то руна выпала, да. Не очень полезные ресурсы. Ну, блоки это... О, что-то хорошее выпало. Это у нас... А, тоже какой-то мусор. Верстак стеклянный. Это, конечно, мусор, но что-то нам... Вообще, что это нам везет так? Хорошие лаки-блоки падают. А вот... Нет, 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 нет. Фух, я напугался. Кстати, сегодня все мобы на друг друга нападают. Мы сегодня играем в Майнкрафт за пиглина, за брутального пиглина. Да, за брутального, за брутального, за брутального. За брутального пиглина. Да, мы сегодня играем за брутального пиглина. Так, вот это у нас сундук. Это у нас фигня. Фух, страшный моб заспавнился. Это его зовут Боб, там написано, или как было. Так, это у нас какие-то фаерболы. А как их вообще пулять? Ну, а ничего, здесь не... Понимаю. Да, их, блядь, я не смогу, но они здесь у меня находятся для безопасности. О, житель, привет! Хорошо, что на нас не нападает. У него что, нету на подделке? А у меня нету алмазов. На что они вообще? Так, мы посмотрим, у нас есть здесь алмазы. Теперь они стали у нас полезные. Житель, у меня нету этих присособлений. Мусор, 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 мусор. Избавились от мусора. Хорошо. О, алмазы. О, нет. О, нет. О, так, у нас 7 алмазов, житель. Ты можешь мне что-то продать уже за бесплатно? Торговать. Нам не хватает. У нас, я знаю, что... Житель, отдай. Так, у нас там были алмазы, кстати, во. Ой-ой-ой-ой-ой. Житель, поторгуемся мы с тобой. И здесь у нас уже 11 алмазов. У нас на какую-то хорошую, так, зельюшку что-то выпадет. Что у нас за зелье есть? Главное нам не умереть. Так вот у нас, ну, самый дешевый, наверное, я возьму. Самый дешевый я возьму, житель. Вау. Вау. Круть. Очень круть. Если мы сегодня не умрем, я вам покажу, что это. Кстати, умереть мы не сможем. Я опять кое-что заметил. Это у нас остановщик времени. То есть останавливающий времени. Ну, это очень хорошо. А, это у нас железный блок. Нам железный блок не нужен. Это кто летающий вообще? Ну, они на нас не нападут, надеюсь, да? Житель. Житель. Ху, с тобой все хорошо. Надеюсь, у нас выпадет алмаз. Алмазы стали уже полезными. Надеюсь, здесь... Сводотропил я, сводотропил я. Так воду я потерял свою, блин.
Так я ведро уже выбросил, уже первое ведро мы потратили. Жизнь мы чуть не испортили свою, вы представляете? Ой, ужас. Блин, лаки-блок выпал. Главное, что я зачищалка такая. Так, чуть не умерли. Кстати, какого крипер взорвался, если мобы на друг друга нападают? А, мобы на друг друга нападают. Мы пока не умерли, но у нас уже мало жизни. Две жизни только потратили. Вот это да. Ну, а с чем все хорошо у нас? Пока эйфриты здесь. Так, пока эйфрит, не мешайтесь нам. И дальше ломать лаки-блоки спокойно. Как больно. Я понял, а попал в ловушку, с которой нельзя выбраться. Но вы зря это сделали, и я из этой ловушки быстро выбрался. И все со мной хорошо. Пока, лошадь. Звук дракона напоминает что-то плохое. Нет, но... Нет! Да нет! Тушимся, тушимся. Как он уже надоел этот гаст. Ладно, только... О, нет. Страшно как! Вы даже не представляете, как это очень страшно. Это просто еще стреляет этот газ. Да отстань от меня хотя бы. Мне живее останусь. Вот что тебе вот напоминает это? Еще облетает. Какой тупой ты. А сейчас зовет под низом меня. Я, наверное, здесь разорвусь. Опять что-то хорошее выпало. Я опять... Такое все хорошее падает, а я это вообще не подбираю. Как бы говорится, самое сладкое мне не попадает, а самое худшее не попадает. Вот, например, с гастом. Да, ну, обидно, конечно, но придется потерпеть, как у нас все хорошее падает. Ну, как хорошее? Иногда плохое падает. Яичко. Дракончика нашего, любимого. Так что здесь написано? Ничего не написано. Блин, я в ловушке. А что у нас здесь находится? А, ничего интересного, как всегда. Насмерть. Надо покушать нам, конечно. А, у нас нету еды. А я все повыбрасывал. Ну, у меня зелька есть, и все. Лаки-блок! Новый. Давай-ка посмотрим, что у нас выпадет снова. Лаки-блекса. Вам страшно? Мне тоже страшно. Дом выпал. Страшно мне. Не, мне не страшно. Хороший домик выпал. Так, а как... Это печеньевые домики. О, мне нравятся печеньки, кстати. Дом из печеньек сделан. Прекрасно. Наконец-то я поем. Есть хочу. Торт. Я есть хочу. Нам-нам-нам-нам-нам. Все, я голод свой убил. Тортик. Приходится нам тортик, потому что у нас одна жизнь, а с одной жизнью нам все, ну, теперь нужно будет. Вот что случилось, что я сделал, что я поломал пару лаки-блоков. Ну как пару лаки-блоков? Немножко так поломал лаки-блоков. Ой-ой, Майнкрафт пока. Опять эти чешуницы у нас Майнкрафт залагал. Если вам не видно, как у меня лагает, это очень как-то будет. Ой-ой, что я сделал? Я в безопасности теперь. Давай-ка ломать лаки-блоки. Очень опасно будет, но мне весело будет зато. Весело как, весело как. У нас одна жизнь. Одна жизнь — это вообще легкотень, хочу сказать. Конечно, с одной жизнью выживать — это трудно, но... Ведро, отдайте. Если честно, я еще никогда не ожидал, что я смогу так как-то сделать с Майнкрафтом. Ну, как сказать, поломать все лаки-блоки, которые вообще... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ого!
А я застрял, кажется. Поздравьте меня. Вот это лаки-блок. Ну хорошо, что хотя бы не это, как сказать, наковальня. Я знаю, что в летальных пеглины умирали из наковальни, когда он на них упал, да? Ну, повезло мне. Надо все лаки-блоки поломать, кстати, наши челленджи. Но мне это не очень нравится, наверное, да? Хотите сказать? Не, нравится. Оп! Я в шоке, что у них больше 100 урона может быть. Я их на алмазным мечом не побежу, а они здесь уже как тут. Ой-ой. Да, ё, а я упал. Всё, я не жив. Да нет, я жив, 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 жив. Может, отправляться пора в бой нам уже к драконам, потому что уже не очень интересно, как стало. И нам нужно уже готовиться. Как бы говорится, мы готовы проходить с дракончиком Майнкрафт. Мы готовы. Все. Мы живы. Мы здоровы. У нас есть время остановщик. Вот это. И еще много чего. Ну что, поехали. Я Оу, мы все уже проходим. У нас есть кирка. Кирка на шелковое касание. Это очень хорошо. Зачем нам нужна кирка на шелковое касание? Это я без понятия. Без понятия. Опять это хаги-ваги. Как я уже хаги-ваги уже как надоел. Надеюсь, мы пройдем дракона с такими сердечками. Вот я вот очень сильно надеюсь. Потому что Майнкрафт некоторые должны проходить с... смотрите, с четырьмя сердечками. Ну, например, если буду играть в Майнкрафт, пройду за овечку, там всего лишь 4 сердечка. И нужно пройти Майнкрафт без смерти. А у меня, смотрите, сколько сердечек вообще. Я не могу. Это... Вот, ну я, ну максимум можно потратить, а все сердечки выжить. Ну а некоторым может он садится, нет? У нас остановщик времени есть, да? Так давай-ка весь мусор выбросим, чтобы нам не проиграть из-за такого мусора. Дракоша. Кажется, я долго не прохожу. Слишком сильно ударил, он убегает. Но я сильнее этого дракона. Читер. У меня даже лука нету, чтобы по нему стрелять. Каким-то чудом у меня есть лук. Смотрите, теперь у нас есть лук. Только не говорите, где он. Ай, больно! Зачем я сам себя чуть не убил? Ой-ой-ой. Эм, не читерить. Да хватит, это честно, дракон, да? Да. Хватит меня подпинывать. А ты пониже можешь летать, да? Ты настолько низко летать, что я сам в шоке, ах. Как низко. Меня, наверное, быстрее убьет дракон, чем он убьет. У меня там много сердечек. Ну, я же нанес тоже много сердечек. Не садится, убивает меня. Это, наверное, наоборот, за меня он проходит. Еще так часто. О, наверное, я играю за сложно, потому что это очень сложно как-то. Но я нормально ставил, потому что скайблок из лаки блоков это не такая простая штука, как вам казалось, проходить. Да? Ну, вам казалось, да. Вам казалось, что это трудно, это легко, но это не очень легко. Да, здесь у нас происходит полный ужас. Очень полный. Остановщик. Так, хух, у нас есть остановщик времени. Чё я говорю, остановщик времени, вам не важно. Так, у нас так много стрел вообще. Да куда этих стрел вообще девать? Если вы знаете, можете написать в комментариях. Так.
чтобы этот мусор больше не доставал, вот так сделаем, чтобы вообще они были не... Мы, кажется, потеряли остановщик времени. Правда. Потеряли. А, вот он. Наконец-то! Дракоша, тебе не повезло. А теперь у нас есть зелье, супер зелье. Давай-ка мы здесь его прямо сейчас выпьем. Наконец-то мы его победили, но это было не самое главное. Выпьем зелье. И это у нас... Вот что совет вообще я предлагаю. Смотрите, у нас новый эффект. Генерация 3. Стойкость. Попадание. Невидимость. И дракон меня бы не убил. Смотрите, гаще, невидимый, сильный. Что я раньше это не использовал, я не знаю. В следующих сериях я узнаю, что за житель. Все, мы победили. Кстати, а курица может убивать зомби, а потому что все мобы на друг друга нападают и... Ой, ну можно уже умирать, конечно, но с такими эффектами умирать не очень так хочется. У нас сердечки не восстанавливаются. И пора поломать вообще все лаки-блоки до конца. Что мы и очень так сильно хотели. Ну, конечно, не сильно хотели, но мы хотели. Я хотел, да. Так, у нас здесь еще есть какие-то сундуки, то есть лаки-блоки. Ну, на этом всем пока, наверное, всем пока-пока. Потому что мы уже прошли Майнкрафт, кстати. Ну, а на этом всем пока. Всем пока-пока. Всем пока. Всем пока-пока. Мы прошли Майнкрафт без смертей.